Детский сад «Сказка» из Муравленко налаживает дружественные связи с коллегами из Волновахи. Наши педагоги с удовольствием делятся своими методическими материалами и образовательными программами с детсадом «Теремок». Обе стороны уверены, что взаимодействие будет длительным и плодотворным. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! На связи Волноваха. В голосе педагогов и с той, и с другой стороны чувствуются нотки радости, ведь дозвониться удалось далеко не с первого раза, пока в ДНР еще не полностью налажен интернет. Поэтому после короткого дружественного приветствия сразу к делу. Я сейчас себе уже отметку сделала, паспорт безопасности, это мы отработаем с заместителем по административно-хозяйственной части. По рабочим тетрадям мы тоже отметили себе. Еще что-то вам нужно будет, Вера пишите. Вера Николаевна, мне очень интересует ваше штатное расписание. Как вы там по штатам распределяете часы? Как работают, какому графику у вас воспитатели? С детским садом «Теремок» из Волновахи «Муравленковская сказка» сотрудничает с июля этого года. Главная задача наших педагогов – оказать организационно-методическую поддержку коллегам. Это облегчит им переход на новые российские государственные образовательные стандарты. Первые шаги уже сделаны. На данный момент мы уже успели поделиться с коллегами наработками именно по организации образовательной деятельности, что касается организации деятельности в группах, что касается перехода на федеральную образовательную программу и каким образом можно составить основную образовательную программу именно для своего детского сада. На данном этапе мы уже поделились с коллегами рабочими тетрадями по математике, по развитию речи. В планах у коллег двух регионов проводить в онлайн-формате педсоветы, кворумы, мастер-классы и даже детские праздники. Главное, чтобы не подвел интернет. Если у нас получится вас подключить на мероприятие, очень хотелось бы, чтобы наши ребята подготовительной группы пообщались со своими сверстниками и пригласить на наш вот так онлайн-праздник. Детскому саду «Теремок» в подшефной Ямал-Волновахе более полувека. В результате боевых действий он получил многочисленные повреждения и на несколько месяцев был закрыт. Здание быстро восстановили строители, и группы вновь наполнились детскими голосами. Жизнь продолжается. Мы переходим на новую программу, с новым режимом работы, с новыми, как бы, сталкиваемся законами. И поэтому, в принципе, сейчас все изучаем. Учимся, привыкаем и начинаем работать по-новому, естественно. Ямал и Волноваху связывает многое. Северяне помогают восстанавливать десятки соцобъектов, жилых домов, коммунальную инфраструктуру. Отправляют в новые регионы гуманитарную помощь. А теперь завязывается и крепкая дружба между учреждениями и целыми коллективами. Татьяна Бойко, Сергей Лукович, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.